рад сегодня приветствовать здесь всех наших гостей. Придется мучить людей своими вопросами. Ну, конечно же, про отель «Индиго», и про премьеру, и про Чайковского, и вообще про балет. Это Лёва. Это Миша. Да, спасибо большое. Спасибо. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Дайте обниму. Давай. Нам сегодня 7 лет, это действительно так, это не придуманная, не притянутая за уши дата. Я очень надеюсь на то, что мы и дальше будем гостеприимным домом для всех. Очень хотелось праздника, а когда выяснилось, что у Бориса Яковлевича еще и премьера в этот же день, то мы решили, что, наверное, точно это судьба, нужно отметить 7 лет. Вот. Спасибо большое. Отель «Индиго» Санкт-Петербург Чайковского. Что вас больше всего в нем привлекает? Очень редкое чувство уюта и практически домашнего комфорта. Ну, это лучший отель в городе. Замечательный, великолепный, тонкий, изысканный отель. Татьяна Владимировна, добрый вечер. Здравствуйте. Мне нравится это место. Мне нравится очень Виктория, которая хозяйка, которая всем этим заправляет. Я здесь не раз была. Мне очень нравится этот отель, потому что мне кажется, что природа любого успешного бизнеса, да, и любого успешного места – это отношения, с которым люди делают, да, этот бизнес и это место. Вот, и мне кажется, совместить такую домашнюю атмосферу с элегантностью – это великая сила этого отеля. И мне бы хотелось пожелать, чтобы участников Олимпийских игр, участников чемпионатов мира и других крупных соревнований селили в гостинице вот такого уровня. То есть обязательное условие для спортсмена, чтобы место, где он живет, его вдохновляло. Правильно ли? Не только вдохновляло, но оно обеспечивало прекрасные условия проживания, сумасшедшую кухню, которой нужно прикасаться как можно реже и только одной большой тарелкой. И нет нигде таких кроватей, нет нигде таких завтраков и ланчей. Ну, это такое сейчас, такое, может быть, банальное выражение, но я его здесь хочу сказать. Это такое место силы. А это место, в которое ты хочешь прийти. Не знаю почему. Хорошее место. Вот... Разными словами люди говорят примерно одно и то же. Вот я этого не знала, я говорю как бы то же самое чувство. И я уверен в успехе и процветании отеля и этого дела. У меня здесь нет абсолютно никаких сомнений. Поэтому это произойдет вне всяких моих пожеланий. Ну, отелю всего лишь 7 лет. Как это можно пожелать только долгие лета и оставаться такой же прекрасной, теплой, нежной пристанью для таких скитальцев, которые приходят с улицы и приезжают из других городов, вот как мы, например, из Москвы. Чтобы он был заполнен, забит людьми, которые приезжают и получают удовольствие. Вот это. Я желаю, чтобы 707 исполнилось, и мы все продолжали здесь встречаться, знакомиться, дружить и любить друг друга. Я не забуду тот день, когда мы открывали эту гостиницу. Дети моей академии, дети маленькие, они пришли сюда для того, чтобы поздравить с открытием гостиницы. И вот сегодня эти дети уже выпускники Академии. Угу. Так время пролетело. Поэтому я поздравляю, в первую очередь, конечно, Викторию Автандиловну. Я желаю процветания, успехов. Ну, а Виктории Автандиловне счастья и здоровья. Что называется, с днем рождения, 7 лет, прекрасный возраст, уже можно ходить в школу. Да, я желаю ему процветать. Я очень хочу попасть, сезон должен наступить, наверху. Замечательный вид отсюда, хорошее место. Я поздравляю отель с его юбилеем, с его годовщиной. И очень надеюсь, что
сюда будут приезжать только хорошие люди, и что их может быть как можно больше. Борис Эйхман предпочитает, так получается, что биографические сюжеты. Почему, как вы думаете? И это у него и лучше всего получается. А почему? Почему выбирает именно? Потому что он мыслитель. Я думаю, что для любого большого художника, Борис Яковлевич большой художник, история другого большого художника, его боль, его жизнь, его смерть, так сказать, муки творчества, это все очень близко, то, что всегда волнует и будоражит. Потому что каждый его балет, это, в общем-то, балет исповедь. Ну и сразу заставляет думать о том, как же, где, в какой же это голове умещается вот это все? Что происходит в голове у танцора? В мозге. Что происходит в мозге или в мозгу? Никак не могу решить всю жизнь. Ну, мне кажется, что это от какой-то классики, там такая переход в совершенно ультра какой-то авангард, как бы, да, и это делается очень динамично, быстро. Такой балет просто так не поставишь. В этом балете есть идея. Понимаете, он тебя принимает до костей. Ну тогда за ваше везение. Успеха вам.